Я приветствую всех в этом видео, на этом базовом уроке, где я расскажу, как рисовать самую простую разметку для создания мандалы. Для того, чтобы ее нарисовать, нам нужна линейка, циркуль, стирательная резинка и карандаш. Итак, у меня блокнот, в котором я рисую. Здесь неровные края, это бумага ручной работы, но это не имеет значения на самом деле. Я просто рекомендую вам прямо сейчас взять линейку, если у вас прямоугольная бумага, измерьте, пожалуйста, узкую сторону. У меня она 14 сантиметров и 8 миллиметров. И сейчас я здесь это дело отмечу. Вот так. Здесь. И здесь. И по этим отметкам проведу линию. Отрежу. И это будет мой квадратный лист. Кто не хочет резать, у кого прямоугольный блокнот, допустим, что вы делаете? Вы не чертите так, как я черчу. Вы смотрите другое видео, в котором я показываю, как рисовать в прямоугольном блокноте. Сейчас мы рисуем на квадратном листе. Итак, мы соединяем два противоположных угла с помощью линейки. Я обожаю эту линейку, вот, потому что на ней есть разметка. 5-миллиметровые квадратики. Потому что сейчас, когда мне нужно будет провести следующую линию из одного угла в другой, здесь у меня угла нет, то я просто возьму и выровняю. Вот. Потому что на самом деле это не принципиально, чтобы мандала была прям четко-четко по центру. Особенно если вы рисуете в блокноте. Что нам принципиально? Это то, чтобы вот этот угол был прямым 90 градусов. Это важно. Теперь можно пойти простым путем, если у вас такая линейка, просто выровнять ее относительно края листа и провести линию. Да, вот так. И это самый простой способ. Вот берем, выравниваем относительно края листа и проводим линию. Второй способ – это расчертить и найти середину каждой секции, центр, где провести линию, можно с помощью циркуля. Я сейчас буду делить свою мандалу на 16. Она у меня поделена уже на 8 секторов. Я буду делить ее на 16, потому что мне нужна более четкая разметка. Для этого я ставлю циркуль в центр, открываю его, ну, где-то так, чтобы сантиметр у меня оставался до края листа. Вот. И теперь я должна закрыть. Я ставлю ножку циркуля на пересечение одной из линий, неважно какой. И закрываю циркуль так, чтобы было, ну, приблизительно, наверное, вот смотрите, да, чуть-чуть больше половины. Вот тут где-то будет половина, да, так на глаз. Вот на сантиметр больше половины. Таким образом, я найду середину наших секторов. Я провожу дугу, переставляю в следующее пересечение, провожу еще одну дугу. Переставляю в следующее пересечение и так двигаюсь по всей окружности, переставляя ножку циркуля. Очень важно, чтобы эти дуги пересекались, это очень важно. И я переставляю иголочку циркуля в следующее пересечение и рисую дугу. Мы потом это все сотрем. Я сейчас достаточно сильно нажимаю на циркуль, чтобы было видно на видео, но когда вы рисуете, не нажимайте сильно. Смотрите, что получилось. Уже мандала получилась. Теперь нам нужно соединить вот эти точки. Они противоположные точки, мы соединяем. Раз, два. Соединяем через центр, чтобы было еще ровнее. Сверяемся с центральной точкой. И раз. И вот здесь точка. И через центр мы их соединяем. Два. И еще одну. Соединяем еще раз и соединяем еще две точки. Отлично. Теперь мне для этой бумаги нужна специальная резинка, которую я не вижу у себя на столе почему-то. Секундочку, вот она нашлась.
потому что она из хлопка, и она очень сильно стирается. Мы берем, мы убираем вот эту вот разметочку, которую мы делали, для того, чтобы расчертить. Смотрите, что у нас получается. У нас уже все красиво. Покрасили в разные цвета эти сектора, и уже получилось манго. Правда? Так. Теперь мы берем циркуль. Посмотрите, этой разметки достаточно для начала. И просто отступая по сантиметру, мы рисуем окружности. И наша пицца становится похожа на мишень. Все. Это наша 8-лепестковая мандала. Разметка для нее рисуется именно так. В следующем видео я покажу еще более простую разметку 6 или 12-лепестковой мандалы.